Казак Киля, салматспа. Сейчас вот позвонил мне участковый. Говорит, мы хотим вас с вами встретиться, поговорить. Я говорю, о чем? Вы в отношении вас, говорит, возбуждено уголовное дело. Я говорю, какое уголовное дело? Казах Киля, салматспа. Меня слышно? Нет? Ответьте, пожалуйста. Звонит участковый, говорит, возбуждено уголовное дело в отношении вас, надо встретиться, поговорить. Я говорю, какое уголовное дело? Ну, вы, наверное, в курсе, профилактически беседу нужно провести в ДВК. Я как-то пошла на него, говорю, ты что, говорю, экстремиста нашел, что ли? Многодетную мать звонишь, беспокоишь. Я экстремистка, вообще я в шоке. Не надо, говорю, мне звонить и надоедать. Так что, дорогие мои менты, я к вам обращаюсь. Не надо меня злить. Понятно? Я не экстремистка, понятно? Я многодетная мать. Еще раз только попробуйте мне звонить и надоедать. Я не знаю, что тогда вообще будет. Бессовестных слов у вас нет. Я что, похожа на экстремиста? Где вы увидели экстремиста во мне? Умбахандар. Что вам надо от меня? Бессовестные. Боитесь, да? Бойтесь. Бойтесь. Дулата убили, хватит. Многодетные матери перешли. Не надо меня беспокоить. И звонить, пугать меня всякими вашими хитростями. Уголовное дело возбуждено. Экстремиста нашли меня здесь. Я не экстремист. Значит, мы на верном пути. Алга, куша партия, алга. Не бойтесь, мой народ, не бойтесь. Только попробуйте тронуть меня или в отношении меня возбудить уголовное дело. Слов вообще нет. Не бойтесь, мой народ. Алга, куша партия. Значит, мы на верном пути. Алга, алга, экстремисты нашли мне, бессовестные, слов нет. Всем до свидания. Алга, куша партия. Идем вперед. Спасибо за поддержку. Спасибо за понимание. Я завершаю эфир. Просто слов нет. Я вообще в шоке, что вот так вот меня звонят, вызывают по какому-то уголовному делу. Я, какое вообще уголовное дело? Ой, нам надо с вами профилактически беседу провести. Я говорю, да пошел ты вообще, чтобы не звонил мне. Сейчас опубликую его номер телефона. Если я на Астану переименование столицы, когда было, я впервые вышла на митинг. И что, теперь мне надо будет постоянно всем вы так звоните, да? Кто выходит? Или не знаете, к чему уже придраться? Сволочи. Будь вы прокляты. Ни за что, ни про что убили, огадила. Не забудем, не простим никогда. Сколько людей выходило на Дулат Агадила? Тысячи, миллионы были на похоронах. Ант-Перемс перед Мулой, Ант-Перемс, ответят за Дулата. Говорили, обещали, даже челлендж не можете выпустить, надо же не молчать, нельзя молчать, говорите, не молчите, молчать уже нельзя. Они все равно ответят за свои деяния, рано или поздно. Ненавижу их.
Всем пока. Амандық болсын, ораза қабыл болсын.